Ребята, всем привет! Наше утро начинается с того, что нажарила сырничков. Оставался творог, пожарила сырники деткам. Утром покормила их. Разогрела макарошки с сосиской. Попили чаек с сырниками. И занимаюсь теперь закупоркой. Два бутыля уже закатала. Осталось 3 бутыля. Вот такие вот сливы. Я же говорю, слива или алыча. Это, скорее всего, алыча такая. Вот сливаю я с такой крышкой. Очень удобная крышка. Поставила. Сейчас у меня закипит. Добавлю стакан сахара. И буду закатывать. А потом после компота поставлю варенье. Проварить надо. Вот у меня уже 2 бутыля. Перевернула и накрыла до полного остывания. Сюда еще 3 бутыля поставлю, сделаю. И будем ставить варить варенье. Будет у нас вот такое вот варенье с алычи. Тоже неплохое, вкусное. Даже если просто так не поесться, то в пирог вполне очень вкусно будет. Вот такое вот у нас утро. Вот такая машинка моя закаточная. Уже старая-старая. Уже этой машинке лет и лет. Ну, только ей закатываем. Другую как-то вообще не признаем. Надо уже крышки докупать. Осталось совсем чуть-чуть. Так, а ну покажите, какое мороженое у вас? Это мороженое Эскимо, стоит 31 рубль. Фирма Тёлочка. А это где еще? Ой, вообще нету фуго. Вот. А это где еще? Тебе открыть? Да. Пошли в магазин купить картошку, называется, да, дети? А Тёма говорит, я такое не кушал. Открыть? Давай открою. Я такое не кушал. Мама, купи попробовать. Ну, купили. Ой, какое вкусное мороженое. Да? Илюш, вкусно? Тёма, тебе. Белая в середине, да, Тём? Вы ж потихоньку кушайте. Да. А то заболеете, Илюш. Мы заболеем? Да, можете заболеть. Мы заболеем. Но если вы будете кусать, да, большими кусочками, тогда заболеть можно. Не надо заболеть. Ну, не надо. Все, ладно, кушайте, не буду вас трогать. Ребята, готовлю ужин. Нарезала картошечку такими вот кубиками. Порезала лучок. Почистила чесночок. Кубиками так же само порезала помидорчик. Натерла на терке сыр. И порезала сосиски. Я сейчас это все буду готовить, запекать в духовке. Сейчас перемешаю картошку с помидорами, с луком, с чесноком, с сосисками. Добавлю майонез, добавлю соль, ну, специи по вкусу, соль, перец, кто что может. Кто что может, кто что любит, кто что хочет, добавляет. Но я делаю так. И добавлю в оконцовке еще сюда укропчик, чтобы было очень-очень вкусно. Сейчас я это все добавлю, перемешаю и вам покажу. Перемешала я это все, добавила сюда специи, майонез, еще раз перемешала и выложила на противень. И ставлю сейчас запекаться это все в духовку на 30 минут. И потом еще достану, посыплю сыром тертым. И еще 10 минут у меня будет с сыром в духовке картошечка. Вот так вот быстро и просто
придумала приготовить ужин. Потому что ребенок просится на улицу, времени не хватает катастрофически, и готовить надо. И с ребенком на улицу надо пойти. Так что выкручиваемся как можем. И тут плюс у меня еще стоит варенье. Стоит, закипает. Сейчас прокипит минут 15, и мы пойдем на улицу. А варенье отставим. Там у меня духовка разогревается. Так что вот такой вот у нас ужин будет. Как приготовиться, я вам покажу. Ну вот, наша картошечка готова. Здесь я перемешала зелень с сыром. Сейчас я посыплю картошечку еще минут на 10 в духовочку. И будет вкуснотища. Вот так вот будет у нас вкусно и аппетитно. Или аппетитно и вкусно, как правильно. И в духовочку на 10 минут. И мы как раз мы придем с улицы. И все у нас будет готово. Такая вот вкусняшка. Потом порционно все разложу. И будем кушать нашу картошечку, запеченную в духовке. Вот такой вот простой, необычный рецептик. Не очень дорогой. Можно приготовить на ужин, не заморачиваясь. И вот такая вот картошка у нас вышла. Сейчас буду насыпать каждому, налаживать порционно. И будем садиться ужинать. Всем приятного аппетита. Да, к этой картошечке сделаю еще салатик. В эту картошечку, думаю, сказать не сказать, скажу. В эту картошку я добавила помидор, картошка, лук, чеснок и сосиски. Все это заправила майонезом, посолила, поперчила, специи по вкусу. И на полчаса в духовку. Потом еще на 10 минут посыпала сыром, зеленью. И за 40 минут у нас ужин готов. Не прилагая никаких усилий. Закинул и пошел гулять. Так что всем приятного аппетита, кто нас смотрит. И всем пока-пока. До новых встреч.